каждым годом конкурс на поступление той или иной специальности высших учебных заведений увеличивается, но от этого абитуриентов меньше не становится. По традиции, в конце июня, когда казанские вузы уже начали принимать новых студентов, стартовал брифинг. 27 июня в кабинете министров обсудили приемы вузов Республики Татарстан в 2017 году. Перед журналистами выступили 9 представителей крупнейших вузов республики. Первый проректор Казанского федерального университета Рияс Мизарипов, в свою очередь, обозначил ряд изменений, касающихся цен на обучение в новом учебном году. В первой группе 102 390 рублей. Это минимальная цена. Раньше было 64. Рост, конечно, очень большой. Министерство подняло где-то весной этого года. Вторая группа 114 970 рублей. И третья группа ценностная 169 050 рублей. Рост цен – самый актуальный и проблемный вопрос. Как отметил первый проректор, цены устанавливает Министерство образования, и вузы этому должны придерживаться. Ну, чем это объяснять? Министерство объясняет тем, что нужно привести к единому, так сказать, основанию, чтобы многие здесь, в общем-то, по вузам различия большие есть, и поэтому вот они сейчас выправляют эту ситуацию. Во второй соответственно, 114, и в третьей 169. Это технические специальности, в основном инженерно-технические специальности. В целом в КФУ приемный бюджет будет 4980 человек. Если сравнить с прошлым годом, наблюдается существенное снижение по бакалаврам. А вот по магистрам и специалитетам – рост. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.